Как это остановить? Фикс? Вычислитель снова меня подчинит? Только если ты тряпка. Нужно уничтожить сердце Син. Я типа злюсь из-за того, что ты сделала. Но мы можем обсудить это позже! Вот это проблемка. Да, всей этой фигни. Мы, типа, встречались, да? О, да, я... Как бы, думала, я не всегда могу прочесть... Да? Да. Фу, отвали! Пора расфигачить планету! Спасибо, босс. Как новенький. Просто клёво, да. Ладно, разумное нечто. Отправляемся в стрёмную дыру в планете. Гравитация! Точно! Я в норме! И спокойно! И свалите! Мы должны были сбежать, Джей! Ты говорила, что отработаем на этой планете и оставишь нас в покое! Тебя обманули! Если бы я пообещала что-то, сама бы попалась. Знаешь, выхода нет, даже после смерти! В команде победителя будет лучше, как команде. О, а может, ты выкусишь?
обронила? Глупышка. Здравствуй, Узи. Привет, Эм. Смотрю. Не хотите разговаривать, ведь я за дело, за живое. Легче понять, чем объяснить. Выкуси. Ладно. Шустрик. Хи-хи-хи. Пусти меня, пусти меня, пусти меня, пусти меня, пусти меня, пусти меня, пусти меня. Мне не нужен был ни один из вас. Лис. Обратная связь. Обратная связь. Выполните задание, и вы с Эн будете свободны. Да, Ви? Я могу. Плохо сработано, Ви. Черт. Лови, Узи! Я сама. Узи здесь нет. Роботов, кроме меня! Рада, что жива-здорова.
скучно и вымораживает. Сорян! Тут только я! И вся эта клёвая задротская хрень делает меня! Ей зон, детка! План. Хватит уловок! Полагаю, нам нужно секретное рукопожатие, да?
спасибо. Ты меня не знаешь и бесишь! Она ничего. Это... О, да! Я бракованная Узи! Это она! Итак, я поняла, что кошмары существуют, и нужно было остаться за теми стрёмными дверями. И, наверное, меня все тут не настолько... бесит. Это моя девушка! А еще теперь я могу так! Озвучено Ender Production по заказу Glitch в 2024 году. Роли дублировали. Арина Колотюк в роли Узи, Макс Ман в роли Эна, Светлана Аманова в роли Ви, Анастасия Сидорова в роли Син и Джей, Елена Ефремова в роли Нори, Вячеслав Никитин в роли Хана, Герман Касс в роли Теда и Екатерина Гершкович в роли Лизи, режиссер дубляжа Иван Шухин, сорежиссер Никита Мауров. Зачитывал текст Игорь Петухов. Выглядишь чудесно. А что насчет бантика?